композитор пропал. Шансов выжить было у меня очень-очень мало. Я же уходил на 10 лет из музыки. Вы можете сказать, что современное кино проживает интересную жизнь? Время гениальных режиссеров, творцов, создателей нового чего-то закончилось. Сегодняшняя музыка. Вас многие вещи раздражают? Если она востребована, значит, она неплохая. Вы в своей творческой жизни себе позволяли делать только то, что вам нравится? Вам просто не предложили тех денег, за которые можно вас купить. Давайте поговорим о вашей жизни в Америке. Да, у меня изменился менталитет. Я буду за качество умирать. Получить Оскара, победителями стать на Каннском кинофестивале. Нам, наверное, сложно, да? Это очень серьезная система, и в нее надо вникнуть. Вы в свое время работали с песнерами. С кому-то удалось успех песнеров повторить в Беларуси? Я думаю, что в ближайшее время это невозможно. Жизнь наша так похожа на кино. Вы согласны с этим? Кино – это жизнь, из которой вырезали самые интересные моменты. Пройдено неоднократно на собственной шкуре, собственно говоря. В жизни много неинтересных моментов. А в кино воткнули самые интересные. Поэтому его интересно смотреть. В программе «24 вопроса» поэт, композитор Валерий Головко и режиссер Владимир Янковский. Смотрите в четверг только на нашем канале.